Уровень женской красоты и привлекательности на один квадратный метр сегодня зашкаливал в городском дворце культуры. В канун Дня весны, любви и красоты несколько сотен мазырянок пригласили на праздничный концерт. Первые слова поздравлений от председателя райисполкома Елены Павличко. Учитывая, что на Мозырщине проживает 67 тысяч женщин, поэтому всех женщин в преддверии Международного женского дня поздравляю с таким прекрасным весенним праздником. Хочу пожелать прежде всего это крепкого здоровья, мирного неба над головой, успехов и в учебе, и в работе. Всегда быть милыми, добрыми, обаятельными, привлекательными, успешными. Ну и, конечно же, чтобы как можно было больше успехов и в работе, и дома, и всегда радовали близкие и родные люди милыми улыбками, своими успехами и достижениями. Поэтому всем удачи, успехов и новых побед. Для троих мазырянок это весеннее мероприятие навсегда войдет в семейную историю. Им в праздничной обстановке вручили орден матери. Это очень почетно. Это, ну, во-первых, я не ожидала, что мне ее вообще дадут. Я до последнего не верила. Это не передать словами. Как, волнительно, страшно очень. Руки трясутся. Ну, у меня поддержка. У меня муж со мной, дети со мной. Как бы все хорошо. Теплое поздравление, интересная творческая программа и прекрасное настроение. Такая атмосфера сопровождала зрительниц на протяжении всей праздничной программы. Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».